На дорогах Якутии все чаще умирают дети. Об этом говорит статистика Госавтоинспекции Республики, которую представили на круглом столе, посвященном деятельности народного контроля. Этот факт и множество других печальных поводов требуют решения на разных уровнях. Относительно новый способ контроля за порядком, в котором жители имеют возможность самостоятельно сообщать о нарушениях различного характера, уже проявил себя в разных сферах жизнедеятельности. Однако в области дорожного движения работа только началась. Заявок на специальный портал пока еще не поступало, но поводов для обращений немало. В том числе это нарушения по качеству дорожного полотна, оборудованию знаками и освещению улиц, что немаловажно для обеспечения безопасности как детей, так и взрослых. Вот мы показали слайды, да, вот школу, да, вот Чайковского, да, видели, да, в каком состоянии находится. Кто это должен? Я сейчас только говорил об этом, да. Беспокоиться не только мы, и родители, и управление образования, и директора школы, да, и через эту дорогу переходят наши дети. Там отсутствует дорожный знак, отсутствуют тротуары, там отсутствует пешеходное ограждение и так далее. Вот такие ситуации вы должны нам фиксировать, фотографии, грубо говоря, да, фотографировать и выложить сайт, официальный, да, портал, и она к нам придет, а мы, естественно, будем работать.